Новочебоксарский долгострой по улице Южная наконец-то введен в эксплуатацию. Строительство этого дома началось еще 5 лет назад. Работы были приостановлены из-за финансовых трудностей подрядчиков компании «Алза». К решению проблемы обманутых дольщиков подключились Новочебоксарская прокуратура, администрация города и Министерство строительства республики. Работы были продолжены только в феврале этого года. Последняя проверка показала, что все нарушения, выявленные при возведении дома, были устранены. После того, как объект поставят на кадастровый учет, дольщикам вручат ключи от квартир.